2022 год, 2022 2 июля. 2 июля. Значит, ребенок с диагнозом микроцефалия. На фоне микроцефалии образовалась гидроцефалия. Бемор, микроцефалия, кесаллиги билан огрийди ва микроцефалия мухтида, значит, гидроцефалия пайда болган. Энди этибор берсек, мана бу жойда, мана пешона суяклари билан nimasini suyaklarni o'rtasida 1 mm balandlikda, mana 1 mm bu yoqda aniq bilinib turibdi, bir barmoq balandligida один палец шириной высотой одного пальца имеется, значит, лестницеобразные складки. У ребенка, как определить, что у ребенка это истинная форма микроцефалии или приобретенная форма микроцефалии? Данный случай говорит, что у него приобретенная форма микроцефалии. Қандай қылып беморда орттырылған микроцефалия ма, ё туғма микроцефалия ма, бұны анықлашты ұсулы бар ма? Албатта ұсулы бар. У ребенка был головной мозг чуть-чуть больше природа, но потом она не развивалась, а в то же время у него кожа развивается, вот, появляются вот такие складки, вот большие складки, вот. Очень большие складки. Они иногда очень чебошены. Они иногда видно более сильно. Вот видите, при истинных формах гидроцефалии такое мы не наблюдаем. И это наблюдается. Демек, микроцефалия чин формаларыда бу нәрсе күзәтелмейді. При истинных формах микроцефалии такое явление не наблюдается. Поэтому клиническом проявлении отличить истинные и приобретенные формы микроцефалии. Что такое истинная форма микроцефалии? Это генетические программирования заболевания. Генетические программирования, то есть это генетические мутации. А демек, чин микроцефалия, нема дегана десиле, чин микроцефалия бу ген мутациялар оқибатида келиб чиққан. Ген мутациялар оқибатида ва бу ирсий программаласилган касалликлар қатори кирад. Лекин даволаниш мобайнида, демек, мана бу складка ўтиб кетади, пешона қисми ўсади. Тушундингиз? Энди МРТ-сини кўрадиган бўлсак, МРТ-сини кўрсатиб, юзини ҳам кўрсатиб қўй, юзини. Мана юзини кўряпмиз. Аясида насим бўлганими йўқ. Хўп, энди кўрсатсак, МРТ-сини кўрсак, мана. Давайте посмотрим МРТ. МРТ признаки микроцефалии, гипоплазии мозолистого тела, тотальная кистозно-рубцовая атрофическая дегенерация больших полушарий головного мозга с асимметричной гидроцефалией заместительного характера. МРТ признаки гипоплазии позвоночных артерий, внутренних сонных артерий и правого поперечного венозного синуса. Подтверждение данного заключения здесь можно увидеть. Вот действительно здесь мозг почти отсутствует. Но будет ли изменение таких детей? Вот эта складка, о которой мы сейчас говорили. Мы наша пешона кысмы деге демек, зинасымон демек тахлама, она берде көрініп тұрыпты, берде демек мияны құрыген кысмыны көріш мүмкін. Демек берде бола деге демек чин ва арттырылған микроцефалияны фарқыды өргәті яппан сұлаге. Мен чин микроцефалиядан битте кадр қойып қоямын, қандай болады чин микроцефалиялар. Хоп, енді арттырылған микроцефалия болушы мүмкін. Болушы мүмкін, демек, мияның гүркіреп осы сұварланыш дәвірді, яғни 1 жасқа пайда болған ва 1 жастан кейін пайда болған түрлері ем бар. Алохида микроцефалиялар бойынша шу отырып алып бір маруза қыламан деп па, шунге вақт болмайды, чүнки реал беморлар миқдори жуда көп. Алла шифо берсин, шифо йолларын көрсетсин. Хоп, нима ўзгаришлар сездингиз ўзи? Какие изменения вы почувствовали? Давайте вот так. Уйқуларимиз яхши бўлиб қолди. Мана, сон нормализовалась. Яна чи? Яхшида, анча яхшида. Ховоз ёқ бўлди, уйдираси йиғлаб келуди, йиғлар қолдан. Дома часто плакал, говорит, здесь санаторий таза ҳаво, это значит,
санаторий называется «Чистый воздух». Значит, состояние ребенка стало лучше, говорит, начал хорошо, говорит, спать, говорит. О, иштахас, иштахас. Иштахас, хана бол. Аппетит хороший. Имещи. Уже яхшема, да. С рождения хорошо, значит, сосет. Грудь берет. Аллах спас, не сын, дай Бог вам здоровление.